Здание 8-й школы, которое еще некоторое время назад предлагали реконструировать и перевести туда одно из учреждений дополнительного образования, теперь не представляет никакого интереса для местных властей, как, впрочем, и для регионального Минздрава, который в свое время грозился привести объект в порядок и открыть там поликлинику. Суровая российская действительность, планов было много, но выход, похоже, только один – продать. Как уточняется, торги пройдут в формате открытого аукциона. Потенциальным приобретателям предлагается здание давно не функционирующей школы. Оно оценивается в 6 миллионов 800 тысяч рублей. И земельный участок довольно внушительных размеров, без малого 7300 квадратных метров. За него планируется выручить еще 2 миллиона рублей. Средства, полученные от реализации здания 8-й школы, пополнят районную казну. Правда, получится ли с первого раза продать объект – большой вопрос.